Так, друзья, всем здрасте, всем привет. Сегодня мы снова с вами поговорим о наших монетках. И будем делать для них холдеры. Что нам для этого понадобится? Значит, картон. Ну, как картон. Я вот взял, например, от какого-то плаката. Назовем его картон. Тонкий, не очень мягкий. Вот файл, я взял вот такой файл, потому что на обычном файле это вот двухсторонний, видите, на обычном файле они немножко тонкие, здесь немножко поплотнее. Что еще? Степлер, ножницы и ручка. Возьмем, по традиции возьмем наши рублики юбилейные с СССР. С Лениным. Как чистить эти рублики? Чистить и довести до штемпельного блеска. Я ранее вам показывал. Можете посмотреть вот по этой ссылочке. О, а теперь будем делать для них холдеры. Итак, приступим. Файл пока откладываем в сторону. Берем нашу бумажку. Глянцевая. Вот тут глянцевая сторона, вот тут матовая. Какой стороной внутрь, это уже решать вам. Я возьму, сделаю глянцевой стороной внутрь. Значит, берем нашу монетку, прикладываем. Ручка вот эта моя не пишет, но вмятину она оставит. Лучше даже, что она не пишет, чтобы синюю пасту по краям не оставлять. Значит, вот приблизительно вот такое расстояние берем, обводим плотную. Вот так обводим. А, нет, глянь, пишет. Видно вам? Вот такой след остался. А потом берем ножницы, где у меня маленькие ножницы, вот такими вот. Посмотрите, у жены в косметичке обязательно валяется. Делаем отверстие. И аккуратненько вырезаем. Так, сначала по центру сделаем отверстие. Вот, да. Так, вторая сторона. Вот по этой ссылочке можете посмотреть. Группа в Одноклассниках, Тамбовские кладоискатели называется. А вот по этой ссылочке группа ВКонтактах тоже называется Тамбовские кладоискатели. Присоединяйтесь. Получилось вот две таких штучки. Во, прикладываем. Отлично. Видали? Во, гля, плотную. О, как получилось. Нормально. Так. Далее. Это мы все откладываем. Это мы откладываем, это мы откладываем. Берем наш файл и отсюда вырезаем вот эту часть. Так, давайте теперь весь этот бутерброд соединим. Берем одну часть, вторую. Ах ты мать-то, вторую. Так, накрываем. С этой стороны то же самое. Я взял уже другие ножницы. О, вот эти вот режешь нормально. Чпокнем. И вставим сюда. Ставим сюда нашу монетку. Вот так. Ленина я особенно-то и не люблю. Если кто Тамбовский знает. Про Тамбовское восстание, когда Антонов тут бушевал. Ленин Тухачевскому приказал стереть с лица земли всю Тамбовскую губернию. Так, и с этой стороны тоже закрепляем вот так. Все, друзья мои, готово. Ну, немножко я сделал неаккуратно. Стараюсь побыстрее, чтобы много эфирного времени не занимать. Вот, а то скажете, развез
двухминутную работу. Растащил на полчаса. Холдер наш готов. Вот такой вот получается холдер наш. Пойдет? Пойдет. Размеры и формы, я еще раз повторяю, можете сами выбирать. Вот так вот. И нехитрым способом таким сделали себе, тут вот не прокололся меня, сделали себе холдер. Отличная вещь. Все, всем спасибо. Если кому-то помогло видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Чао!